Привет, друзья! Сегодня сделаем красивого и очень легкого в исполнении снеговичка. Для работы нам понадобится 12-дюймовый белый шарик, 3 длинных шарика ШДМ, их размер 260, оранжевый, красный, зеленый, 3 5-дюймовых шарика, 2 белых и 1 красный. Сегодня нам понадобится двусторонний скотч, маркер перманентный и, как обычно, насос для воздушных шаров и ножницы. Добро пожаловать на наш сайт с подробными инструкциями по изготовлению фигурок из воздушных шаров. Для начала нам необходимо наполнить воздухом белый шарик и красный. Белый шарик – это будет основная часть снеговичка. Наполнить его воздухом необходимо на половину, не полностью. Ну, где-то так, чтобы он был достаточно мягким. Вот, завяжем хвостик. Есть. И сразу же наполним воздухом красный шарик. Это будет шарфик снеговичка. Вот так. Завяжем хвостик. Есть. Шарфик наготове. Теперь мы берем белый шарик хвостиком вверх, так как к этому хвостику мы привяжем шапочку. Сжимаем руками вот так и перекручиваем, захватываем и перекручиваем. Так, вот так, оп, еще раз. Надо и левой рукой придерживать, и правой сжимать. Опа! Есть! Вот у нас получился снеговичок. Теперь левой рукой придерживаем белый шарик, чтобы он не раскрутился. А правой рукой красным шариком обвиваем снеговичка. Вот так. Сейчас чуть-чуть, чтобы было ровненько, перераспределю. Вот. И скручиваем. Раз, два. Есть. Так. Теперь слегка укоротим эту часть. Вот. Скрутим шарик. Раз. Спустим воздух. Срежем излишек и завяжем узелок. Вот шарфик готов. Есть! Легко и просто, снеговик почти готов. Теперь сделаем ему шапочку. Шапочку будем делать из красного 5-дюймового шарика и длинного зелененького. Наполним воздухом красный шарик. И примерим головной убор. Вот так. Завяжем шарик. И привяжем красный 5-дюймовый шарик к белому шарику. Раз. И два. Из зеленого шарика сделаем отворот шапки. И как раз он прикроет место, где мы связывали шарики. Наполним шарик воздухом. Оставим длинный хвостик. И завяжем шарик. Есть. Теперь сделаем пинч-твист. Скрутим шарик. Раз. И соединим вместе, скрутим еще раз. А теперь завяжем узелок.
Так, обвиваем зеленый шарик вокруг красного и определим его длину. Скрутим шарик. Ну-ка, можно чуть-чуть меньше, чтобы отворот хорошо обхватывал. Вот так. Теперь обовьем длинный шарик вокруг пинчтвист. И можно спустить воздух и завязать узелок. Круглый сегмент прикроет нам место стыка. Так, спрячем хвостик, расправим шарики. Ну вот, снеговичок в шапочке. Теперь нам не хватает ручек. Сделаем маленькие ручки из белых шариков. Наполним один шарик воздухом и примерим ручки. Вот так, как снежные комочки. Завяжем узелочек. Раз. Сделаем второй шарик. Ну-ка. Такие же маленькие. Ой. Чуть-чуть меньше стал, чем положено. Вот так. Завяжем хвостик. Свяжем шарики между собой, но близко к началу хвостика, чтобы можно было их прикрепить. Вот так. Вот так. Ой. Вот так. И вот так. Вот. Ручки готовы. Теперь прикрепим их на место. Аккуратно подведем под шарфик и поменяем местами. Эту сюда, а эту в другую сторону. Вот так. Есть. Ну что, самый главный элемент снеговика – носик морковкой. Сейчас мы его сделаем. Для изготовления носика нам понадобится оранжевый шарик. Наполним его воздухом чуть-чуть и сделаем маленькую морковочку. Завяжем шарик с одной стороны. Вот так. И перераспределим воздух, самое главное. Верхнюю часть шарика можно делать носик из остатка шарика. Тогда не придется делать эту операцию, перераспределять воздух. Просто если мы так сделаем, тогда завязки наверху не будет, а будет красивая морковочка. Так, ну вот уже мы доходим до конца. Есть. И вот у нас получился маленький носик. Отлично. Теперь обрежем хвостик. Завяжем узелок и срежем излишек. Носик будем крепить двусторонним скотчем. Можно его приклеить, а можно сделать носик так, как мы его делали в предыдущем видео. Так, возьмем кусочек скотча, оторвем. К носику его
На скотче будет прекрасно держаться, особенно если вы делаете фигурки с детками. Это очень удобно. Снимем защитное покрытие и прикрепим носик. Вот так. Быстро и здорово. И снеговичок у нас с носом. Теперь нарисуем глаза. Раз. И два. Нарисуем улыбку. Вот. Ну и, конечно, пуговички. Нарисуем один уголечек, второй уголечек и третий. Ну вот и все, дорогие друзья. Веселый снеговик из воздушных шариков готов. Легко и просто. Сделай сам, пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка-клоун. Добро пожаловать на наш сайт. Пока!